устала, верите? Не могу уже больше. Я просто устала. Я хочу просто забрать своего ребенка. Тихо! Алло! Сыночка! Родной мой, я борюсь. Сыночка, слушай меня внимательно. Так, давай, слушай я тебя. Когда? Когда мне нужно появиться у вас и где? Чуть-чуть, через минуточку перезвоните. Так. Я буду каждый день созваниваться. Сынулечка, я с первого дня, когда только об этом узнала, я за тебя борюсь, ты понимаешь, борюсь. Я живу здесь, в Совете матерей солдатских. Сейчас и все мамы здесь. Давайте все мамы здесь, ты понимаешь? Переговорим, ладно? Вот. Все, давайте. Да там просто телефонные звонки еще идут, видишь чего? Малыш мой, я люблю тебя. Мой, скоро мы с тобой встретимся, зайка моя. Я люблю тебя, солнышко мое. Малыш мой, давай, мой хороший, давай. Люблю, целую, малыша моя. Давай, пока-пока. Давай, ты сейчас у меня опять повалишься, это самое. Оль, у меня тут наши тряты, нет, это мои. Он там положил трубку, ты ее слушай, как ты рыдаешь. Ну, все же нормально. Ну, ты посмотри, какой сегодня праздник-то у нас. И Пресвятая Богородица нас защитила и помогла. Ну, что ты? Все нормально. Ну, все нормально, все хорошо. Ну, домой не едем. Так. Все мальчишки сейчас нам отзвонились. Слышите меня? Вот, все мальчишки сейчас нам отзвонились. Значит, скоро их отпустят домой, но придется ехать нам самим. Так что все вот сейчас вот буквально. Вы представляете? Все говорит, у нас хорошо. Все, говорит, нормально. Вот только сейчас, вот вы представляете, это что-то. Вот. Оля! Иду. В общем, так, сейчас отзвонился Владимир Григорьевич. Так. И сказал, никуда ехать не надо. Так. Уже послана машина. Сейчас так. Их вывезут в Ростов. Вот тогда и был. Я вам все скажу. Ух ты! Все, пока идет игра, говорит, у них. Все, ждите, все. Все сообщим. Поняла? Все, бежим, едут назад. Все. Все назад едут. Ну, слушай, мы отсюда, наверное, сегодня только... Нет, не надо. Опять начали спать. Нет, не надо... Нет, но мне сегодня из толпы и сказали, а это, говорит, еще тварь еще на камеру работает. Вы понимаете, так я говорю, почему я одна на камере? Я не русский. Да. А мне сказали уже, я сейчас ей выйду и морду набью. Понятно? Почему мне потому плохо что сделать? Я сведений не даю. Почему понятно мне вам? В части плохо сделать? Почему я, мать солдата, вызволяющего его же из плена, должна получать оскорбление в свой адрес? Почему я должна быть тварью? Так далее, если это мой ребенок там. Почему я плачу? Потому что я рада, что не прошло все это бесследно. Расскажите, что вам слезы счастья? Если слезы счастья, вы рады? Вы рады? Я вам говорю, что все хорошо, а вы там спрашиваете меня, слезы счастья или нет. Мы не понимаем. Сейчас перезвонил тот самый Кузьмин, который лежит в госпитале, что мама с нами, он 5 минут разговаривал, что мама с нами все хорошо, обращаются хорошо к нам, и сейчас нас будут обменивать, и мы скоро будем дома. Но сказали, будут выдавать матерям, что вам придется за нами ехать. Я все успокою, мы в любое время. Скажете сейчас ехать, едем сейчас.